Зиза, вы в какую группу входили? Я не хочу отвечать на этот вопрос, чтобы меня не раскрыли. По структуре можете пояснить, какая была ли вообще структура группировки? Если была, то какая? В каждой структуре были лидеры. Например, в одной структуре был лидер Фирский Сергей. В эту группу входили и Шенин, и Горкин, ну и многие другие фамилии, я не помню. Владимир, Дотрев. Какие-либо правила поведения существовали внутри группировки? Ну, были старшие, например, Комарин, в его группе были младшие ребята и самые младшие. Указания старших были обязательны для исполнения младших участников? Пояснили, что была так называемая война между группами Коннова и Блохина. Когда она закончилась и чем? Можете пояснить? Война, по-моему, закончилась в 2003 году. Все объединились в одну группу, которая стала руководить Коннов Сергей. Вы пояснили о том, что была так называемая группа Фирстова Сергея. Известно ли вам что-нибудь о наличии в данной группе оружия? Ну, я могу сказать, что в каждой группе, не только в Фирстовой, было оружие. Автомат, пистолеты, гранаты. И каждый член группировки об этом знал. А конкретные